позвонком. Аромат принадлежит группе ароматов цветочные, фруктовые, сладкие. Эта новинка выпущена в 2015 году. Верхние ноты – это бергамот, апельсин, груша, смородиновые почки и розовый перец. Ноты сердца – тубероза, ирис, апельсиновый цвет, жасмин самбак и иланг-иланг. И ноты базы – это лесной орех и сливки. Всем привет из Франции, мои самые наилучшие пожелания. Сегодня будет видео на мою самую-самую любимую тему, то есть парфюмерную. Итак, сегодня я хочу рассказать об аромате, который является на данный момент номером один в моей коллекции всех моих парфюмов. И это La Vie est Belle аромат от Lancôme Le Parfum Intense. Итак, чем же покорила меня эта водичка и почему я в таком восторге от этого парфюма? Первое, что я хотела бы заметить, это то, что это аромат-загадка. Он не похож на первую свою версию, он не похож на Абсолю, он не похож вообще ни на туалетную воду, выпущенную под таким же названием. И даже скажу больше, мне кажется, если бы производитель выпустил именно вот эту вот парфюм Intense первой, то поклонников у этого аромата было бы намного больше. Так как первая водичка, которая вышла, которая просто парфюм, La Vie est Belle, она, на мой взгляд, хотя достаточно красивая, но немного сладковатая и простоватая. Вот эта вода, это просто... Ну, шикарный аромат, и подойдет, я даже могу сказать, что для любого возраста, это первое. Второе, он невероятно стойкий. Если вы наносите этот аромат рано утром, то будьте уверены, что на следующее утро, даже если вы вечером приняли душ или ванну, он останется на вашей коже. Он остается на подушке, на которой вы спите. Этот аромат остается в ваших волосах даже после мытья волос. В общем, стойкостью я невероятно довольна. Что касательно шлейфа. Аромат раскрывается так, как я люблю. Поступенчато. Это не однотонный аромат. Это не просто вот вода, которая приятно пахнет, и она пахнет после нанесения также, через 2 часа, через 3, в конце дня один и тот же аромат, просто более ослабевший. С этим парфюмом дела обстоят совершенно по-другому. Он открывается, наверное, более широко, даже чем все остальные духи, которые мне нравятся именно открытием постепенно. Также вот эта изюминка этого аромата, вот вы знаете, наравне со сладостью, с нежностью, поскольку присутствует груша, присутствуют такие вот цвет апельсина и сливки, присутствуют еще помимо этого смородиновые почки, они дают какую-то терпкость и, естественно, лесной орех. И вот эта терпкость, она... Но она находится с вами на протяжении всего дня. И вот от смены температуры, от погоды, которая на улице, духи звучат каждый раз по-разному. Это просто невероятное что-то, поскольку когда у нас было солнечно и была такая жаркая погода, они более нежные, они более, вот как-то более открывается груша, более открываются сливочки, более открывается апельсиновый цвет. И когда вот они нежные, такие легкие, такие воздушные, ну, в общем, ну, невероятно завораживающие. И когда прохладно, то вы чувствуете более терпкость, вот такую вот наравне с прохладой воздуха идет аромат вот этого лесного ореха вместе вот как-то со смородиной. Чувствуется также иланг-иланг. Ну, аромат, он даже оказался больше мне по вкусу после того, когда я именно получила его в подарок, чем когда я просто делала тест, поскольку, ну не знаю, может быть, тестер в магазине отличается от парфюма, который разливают во флаконы, я не знаю, я не парфюмер, судить не буду, но скажу однозначно, вот мне его супруг подарил на Рождество,
И сейчас уже практически вторая половина января, я ежедневно его наношу, и я от него в восторге. Я, ну, не могу даже ни на какой другой аромат сейчас смотреть, я просто в него влюблена. И, ну, его можно и днем использовать, и вечером, как бы аромат очень красивый, не забитый, что ни на какой не похожий. Вначале он может быть чуточку походить на свой первый выпуск, но потом буквально через 10-15 минут вот эта вот сладость, она улетучивается, и остается вот такой вот шлейф чего-то такого, ну, просто необыкновенного. В общем, я очень советую тем, кто любит такие изысканные, стойкие, нежные ароматы, и, ну, кто хочет отличаться из толпы, вы знаете, даже вот пройдя, на улице остается шлейф. И мне вот моя соседка сказала: теперь тебя можно узнавать по запаху, прошла ты или нет, выходила ты или нет. Вот настолько этот аромат запоминающийся и оригинальный. Как бы прошлые все варианты, не только от Lancôme, а и других производителей, как бы они уже где-то что-то с кем-то похожи, где-то, ну, вы уже чувствовали такое, уже знаете этот аромат. Во-первых, это же новинка, она вот недавно только вышла, в 2015 году, как бы она еще не приелась. Ну и качество аромата просто на высоте. Ну и всем большое спасибо, что вы были со мной. Желаю вам тоже приобрести аромат номер один для вас. И надеюсь, видео вам было интересным и полезным в выборе парфюма. Всем большое спасибо, до новых встреч и всего самого-самого лучшего. Пока-пока!